Всем привет. Ну вот еще маленькая зарисовочка из Стокгольма. Напротив Королевского дворца. Вот такое скопление ребят. Здесь и лебеди, и гуси. Ну вообще, кого здесь только нет. Видите, вот сколько их тут. И белые, и серые, и коричневые, ну и с какими-то непонятными красными носами. Есть даже с желтыми носами, я не знаю, кто такие, но похоже на лебедей. Вот устроено маленькое такое кормление. Специально сделана маленькая пристань, куда посыпают корм. И вот эти все ребята спокойненько плавают. Едят, что им дали. А народ вокруг ходит и снимает, фотографирует. Здорово, интересно. Вот видишь, как, вот видишь, какой-то с желтым таким носом, непонятно какой-то парень. Вот такая вот история из Стокгольма. А температура была достаточно холодная, где-то минус 20 было. Ну, они плавают. Едят, гогочут. И всем хорошо. Вот такие дела, брат. Ну все, посмотрите. Все, пока, всем привет. Будьте в Стокгольме, ходите к Королевскому дворцу. И увидите там их точно. Они там будут. Я уверен, на 100%. Они всегда там. Пока-пока. Thank you.